Вопрос определения и взыскания антимонопольных убытков поднимут сегодня на круглом столе актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства, взгляд регулятора, бизнеса и экспертов. Представители правового управления и управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России, руководители и сотрудники Башкортостанского УФАС, представители судейского и бизнес-сообщества встретятся на площадке управления ФАС по республике. Деловая программа разделена на две сессии – публичное обсуждение правоприменительной практики и пятый антимонопольный пакет. Участие бесплатное.